Высокое звание «учитель». В сфере образования округа сегодня работают 5000 человек. Лучших педагогов сегодня поздравляют в Доме культуры Пушкина. Особый статус учителя подчеркивает глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Я очень надеюсь, что в этом зале присутствуют люди, для которых это не просто профессия, для которых это действительно призвание. И я очень надеюсь, что каждый из вас своим примером, своим жизненным путем действительно покажет достойный пример нашему подрастающему поколению. За нелегкий и достойный труд сегодня двое педагогов получают сертификаты на жилье. Это заведующий детским садом номер 42 «Рябинка» Ольга Харина и директор Зеленоградской средней общеобразовательной школы Елена Леонова. Папкина Елена Вячеславовна, учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пушкинского муниципального района средняя общеобразовательная школа номер 8. Сегодня педагогов также награждают нагрудными знаками. Почетный работник сферы воспитания и просвещения Российской Федерации, почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации и благодарственным письмом главы городского округа Пушкинский. Педагогов поздравляет депутат Совета депутатов Михаил Ждан. Спасибо за вашу мудрость. Спасибо за честность и за великое терпение. С днем учителя вас. Будьте здоровы и берегите себя. Всего награды получили 45 работников образования городского округа Пушкинский. Среди них и директор 6-й гимназии Ивантеевки Владимир Бахтаяров. Каждый человек проходит жизненный путь именно через учителя. И очень важно, что в настоящее время очень высоко ценится и труд педагогический, и ценится вся работа педагогических составов всех образовательных учреждений, ценится и администрацией, и руководством городского округа Пушкинский. Мы этим живем, профессией, и главное здесь все. Состояние души, настроение, настрой, с которым действительно идешь на работу. Главное, наши дети, которые сегодня с 6 утра начинают слать поздравления, выпускники, которые состоялись в жизни. Когда у наших детей что-то получается, это, наверное, действительно самое главное в жизни. На данный момент в городском округе действуют 97 учреждений образования. Среди них 51 школа, 41 детский сад и 5 организаций доп. Образования. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Барсукова, ИТВ.